В Донецком национальном академическом театре оперы и балета открылся 9-й международный фестиваль детских балетных спектаклей «Гран-па». Он проводится по инициативе народного артиста Украины Вадима Писарева. У нас новые коллективы. Это коллективы Санкт-Петербурга, русская школа балета, это Московское хореографическое училище, это Арабские Объединенные Эмираты, это Норвежская балетная школа, японцы и Харьковская балетная школа. То есть у нас всегда чем фестивали знамениты, потому что все привозят какие-то новые свои спектакли. И наш зритель каждый год имеет возможность познакомиться с новым репертуаром. На протяжении многих лет фестиваль проходит под патронатом супруги президента Украины Людмилы Янукович. Сегодня она приехала в театр за 5 минут до открытия балетного праздника. Ее встретили букетом алых роз. После короткого общения в фойе Людмила Александровна заняла свое любимое место в зале и поприветствовала зрителей. «Гран-па» – это единственный в Европе фестиваль детских балетных спектаклей, получивший международное признание. Хореографические коллективы ближнего и дальнего зарубежья могут не только представить свое искусство на сцене Донецкого театра, но и посетить мастер-классы выдающихся хореографов. За 8 лет существования фестиваля было показано более 100 различных детских спектаклей и концертных программ. Праздник балетного искусства продлится в Донецке 4 дня.